Канцелярские принадлежности, рюкзаки, игрушки и сладости. Такой подарок в преддверии нового учебного года вручил председатель окружной думы Борис Хохряков многодетной семье из Нижневартовска. Ольга Спирина с мужем воспитывает 5 детей. Старшей дочери 15, младшей всего годик. 2 девочки уже ходят в школу, 3 в этом году пойдет в 1 класс. Многодетная мама поделилась, что собрать ребенка в школу сложно и затратно. В среднем у них на это уходит в районе 20 тысяч рублей. Одежда, канцелярия, книги. А ведь у семьи с Спириных все это должно быть в тройном экземпляре. Поэтому помощь, оказанная в рамках реализации партийного проекта партии «Единая Россия», «Соберем ребенка в школу», будет хорошим подспорьем для семейного бюджета. Сбор в школу мы начинаем по окончании учебного года предыдущего, потому что нужны портфели, нужны тетрадки, книжки, линейки, которые летят просто, ручки. Начинаем прямо с мая месяца. С большим удовольствием сегодня мы поможем вам собрать детей в школу. Здесь представлены школьные принадлежности для школьников, для старших, я так понимаю, уже не ранцы. Мы подарим, а тут есть игра «Монополия». Вот я понимаю, что старшая девочка этим увлекается. Для дошколят, конечно, тут вот сладости. Вот поэтому я должен сказать, что в принципе по автономному округу в течение года мы помогаем порядка 1500 семей собрать детей в школу.